будете разделены на три команды по 10 человек. С вами будут ходить Андрей, Надя и Юля. О! Только минеральные удобрения, в которых есть азот, фосфор и калий, могут спасти нашу планету от холода. Сегодня я бы хотел вам рассказать немного про специфику своей деятельности, чем мы занимаемся и вообще зачем это нужно. Можем сейчас найти. Нет, Владимир, он занимается серной печи, так как у нас в этом году есть. Математика есть, кто очень хорошо дружит. Нужно будет подобрать тот, который достаточно разберется. Сколько вообще будет? Тогда вы подозреваете, чьи это линии? Это господа сварщики, из которых наши трубопроводы постоянно вытекли. Господа электрики-кипровцы, которые запускали и пускали электрооборудование. И, конечно же, аппаратчики-лаборанты, которые делают анализы и непосредственно ведут технологический процесс.